15 июня люди собрались на Красной площади Красноярска, чтобы посадить деревья. И даже дождь не стал для них помех. Спасибо за активное участие. Но этого недостаточно, мы потом посмотрим, как они прижились. Если вы с плохим настроением это делали, значит, мы будем пересаживать. Пересаживать будем, если с плохим настроением делать. Поэтому давайте хорошую энергетику в землю, и пусть для нас это все потом работает. Красная площадь – ворота Красноярска. Ее первую видят гости города, приезжающие на железнодорожный вокзал. А еще здесь собираются местные жители. Посидеть в тени деревьев, пообщаться друг с другом, погулять с детьми, поучаствовать в мероприятии. Пришли люди пожилого возраста или старшего поколения, они к этому щепетильно относятся. И, видимо, будут всегда подсказывать, что или сухое дерево, следить, не следить. Ну, это нормальная как бы ситуация. Я думаю, что они всегда будут подсказывать, что нужно делать, у них это не отнимешь. И, конечно, людям важно, чтобы Красная площадь становилась красивее и уютнее. 20 новых деревьев и 80 кустарников появились на Красной площади благодаря усилиям активистов партии «Единая Россия» и неравнодушным местным жителям.